В детском оздоровительном центре «Солнечный» летняя смена еще не начала свою работу, но здесь уже шумно и весело. Лагерь принимает участников регионального этапа всероссийских спортивных соревнований школьников, президентские состязания. Наша область принимает в них участие в третий раз, и с каждым годом к ним приобщаются все больше ребят. В этом году в школьном этапе участие приняло около 80 тысяч человек. Ну, а до регионального этапа дошло лишь 132 школьника. 4 сельские класс-команды и 6 городских. На протяжении 4 дней они будут участвовать в различных конкурсах и бороться за звание лучшей команды. В первый день сразу после торжественного открытия начался творческий конкурс. Школьники и пели, и стихи рассказывали, но главный упор был сделан на спортивную составляющую. В своих визитных карточках ребята рассказали зрителям и жюри о спортивных достижениях своей школы и города. Самая главная задача, которую они выполняют, это развитие массового спорта. Приобщение к занятиям физической культуры все больше и больше детей. Победителю регионального этапа состязаний осенью выпадет честь представлять наш регион в Анапе. Так что занятия спортом сегодня не только полезны для здоровья, но и открывают широкие перспективы перед юными спортсменами.